Давай, я после 5 буду свободна. Сейчас вещи только заберу. Давай, пока. А что тогда самое интересное? О, ну наконец-то, сколько тебя можно ждать? Прости, я просто в чате засиделся. Мы пока пройдемся. Пошли поговорим. Я чувствую себя виноватой, и мне вовсе не хотелось вас обманывать. Давайте делитесь. Ты представляешь, папа Вероники – это директор нашей школы. Вы уверены? Никогда не видела их вместе. Конечно же, интересно, но не до такой же степени, чтобы залезть в кабинет директора и там лазить. Тело в новой школе. Вот и каникулы. Да, и не говори. Я так уже за всеми скучаю. Ты знаешь, я тоже. Даже немного за Настей. Да. А может, перед Новым годом соберем всех? Да, это крутая идея. Можем пойти погулять, а потом в пиццерию пойти. Но это уже без меня. Чего? Ты же сама предложила всех собрать. Да, только я сегодня на конкурс еду. Так давай сейчас всех обзвоним. Зачем? Можно просто написать беседу, и они все увидят. А, точно. Смотри, вот это классное. Вот вау, это круто. Кстати, у тебя такие прикольные фотки в инсте, как ты их делаешь? Ну, обычные, я просто обрабатываю. Я вообще не умею, максимум фильтр наложу и все. Я тоже раньше так делала, но насмотрелась видео уроков и начала так обрабатывать. Прикольно. Кстати, хотела спросить, а где ты сейчас снег нашла? Какой снег? Ну, на фото. А, ну так я же говорю, это обработка. С такой зимой, как сейчас, снег нам светит только в фотошопе. И не говори, Новый год на носу, а на улице осень. Ну, может, в новогоднюю ночь случится чудо? И Дед Мороз на оленях прилетит. Да ну тебя! Смотри, в нашей группе что-то пишут. О, они гулять всех зовут, еще и недалеко от нас. Пойдем? Конечно, идем. О, ну наконец-то, сколько тебя можно ждать? Прости, я просто в снапчате засиделся. У тебя что, есть снапчат? Ну да. А что? Да ничего, я думала, просто ты таким не занимаешься. Почему это? Я же современный молодой человек. Так покажи свои маски. Сейчас покажу. Слушай, знаешь, я и подумать не мог, что ты такая интересная. Ну, видишь, первое впечатление обманчиво. Я вообще думала, что ты какой-то нудный заучка. Серьезно? Это же вообще не про меня. Кстати, хотела тебя спросить, а что у тебя там с девочками? Да, ничего, они даже не хотят меня слушать, и я после этого всего с ними не разговаривала. Ну ничего, исправим сегодня. И как же? В смысле? Ты что, не заходила в беседу класса? Мы сегодня все вместе идем гулять. Серьезно? Но это тогда точно без меня. Так, Настя, я решил, что ты пойдешь. Это обсуждению не подлежит. Ну что, ребят, куда идем? Ну пока мы ждем всех остальных. Мы пока пройдемся. Пошли поговорим. Интересно, а что это она решила с ними отойти? Да неважно, ты лучше расскажи, тебя правда хотят привести в 11 класс? А откуда вы это знаете? Мы все знаем. С этим я готов поспорить. Так, перестань, давай рассказывай. Ну, я еще не уверен на 100%. По окончании 9 класса хочу сдать экзамен и за 10, а потом уже посмотрим. Ну, Тимофей, как же мы без тебя будем? Я буду к вам в гости заходить. Ребята, я бы хотела с вами поговорить. О чем? О том, что произошло. Я чувствую себя виноватой, и мне вовсе не хотелось вас обманывать. Вы оба классные, я бы хотела с вами общаться.
Ну, если честно, мы тоже неправильно поступили. Этот спектакль не о чем было устраивать. Просто немного неприятно, когда между тобой еще кем-то выбирают. Потом еще и врут. Простите меня, я не хотела сделать кому-то неприятно. То есть ты хотела просто дружить? Так чего ты сразу не сказала? Просто я не хотела вас обидеть. Ладно, давайте забьем на эти обиды. Мир! Ну так что, идем куда-то? Или так и простоим тут весь день? Только Александра осталось дождаться. Погуляли. Чаще бы так собираться. Да, круто повеселились. Ну, жалко только, что не все были. Лизы с Валерой не было и Вероники почему-то. А ты что, не видела историю Вероники? Нет, а что там? Они с родителями, кажется, в Китай улетели. Но это не самое интересное. А что тогда самое интересное? Там на фоне говорил ее папа, а голос точь-в-точь, как у нашего директора школы. Так, может, вам показалось? Нет, мы несколько раз пересмотрели. Но нужно будет как-нибудь примерить. А как вы собираетесь это сделать? Ну, для начала нужно проверить, есть ли директор в школе. Если нет, то нужно будет пойти к нему в кабинет, то там точно должны быть фотки семьи. Ой, не смеши, шпионки. Вот интересно, чего с Лизой с Валерой не пришли? Я думаю, может, они вместе гуляют где-то. Ну, мне кажется, чтобы они не стали просто так нас игнорировать. Так, может быть, еще раз ей позвоним? Ну, давайте. Ой, Лиза, привет! Привет! О, привет, девчонки! Ты почему сегодня не пришла? А я в Таиланде отдыхаю уже. Вау, круто! Что же ты ничего не говорила нам? Да как-то не успела, замоталась. Давай рассказывай, как там? Здесь очень круто, потому что тепло. Я целыми днями загораю и купаюсь. Кстати, что вам привезти? Привези нам лето. Я бы с радостью, но, к сожалению, это не в моих силах. Но я реально, что вам привезти? Тут просто столько всего, аж глаза разбегаются. Тогда привези нам фруктов экзотических. Зимой будет самое оно. Договорились. Кстати, здесь такая косметика прикольная, она вся у них натуральная. Они из разных цветочков и корешков делают. Ой, круто, тащи все, что влезет в чемодан. Хорошо. Кстати, как у вас там дела, как погода? Мы тут всем классом гулять ходили. Погода так себе, снега вообще нет. Зато интересные новости есть. Давайте делитесь. Ты представляешь, папа Вероники – это директор нашей школы. Вы уверены? Никогда не видела их вместе. А откуда у вас такая информация? Ну, мы тоже еще не уверены. Проверим, тогда скажем. Я была очень рада с вами всеми поговорить. К сожалению, не получилось приехать и прийти. Но я желаю вам реально хорошо провести этот день и вообще, в принципе, Новый год. Спасибо. Мы желаем тебе круто отдохнуть и хорошо провести время. А у нас с вами еще очень много всего впереди. До встречи в новом году. Ну все, пока. Пока. Ну что, пойдем проверим, правда ли Вероника дочь директора? Вы что, серьезно собрались это сделать? Ну да. А тебе что, не интересно?
Конечно же, интересно, но не до такой же степени, чтобы залезть в кабинет директора и там лазить. Не будем мы там лазить, просто зайдем, посмотрим и все. Ну, это точно без меня. Ну, как хочешь. Ладно, девчонки, я побежала. Хорошего вам праздников. Вообще, каникул. Все, тебе тоже. Встретимся. Все, после каникул. Пока. Давай, пока. Пойдем. Здравствуйте, Анастасия Алексеевна. А директор в школе? Здравствуйте, девочки. Нет, он улетел в командировку. А командировка – это, случайно, не Китай? Девочки, я что-то не пойму, к чему эти вопросы? Да нет, ни к чему. Спасибо. А может, не надо? Ты что, я испугалась? Нет, ну это как-то не очень красиво, что мы лазим в чужих вещах. Да не будем мы лазить, мы просто посмотрим, она его дочь или нет. Ладно, давай быстро. Обалдеть. Да, я после 5 буду свободна. Сейчас вещи только заберу. Давай, пока. Здесь кто-то есть. Так. И что мы здесь делаем? Ну, мы просто хотели посмотреть.